В понедельник вечером Меган Маркель и принц Гарри провели уютный вечер в компании друг друга. Супруги в сопровождении сотрудников их фонда Archwell неожиданно появились на баскетбольном матче, где играли команды Lakers, Лос-Анджелес и Grizzlies, Мемфис. Знаменитости пребывали в отличном настроении, подшучивали друг над другом, много улыбались и смеялись. Это было их первым публичным появлением с тех пор, как они ответили на приглашение на коронацию Карла III. В какой-то момент соссекские появились на большом экране, негласная традиция предполагает, что в этот момент пара, попавшая в объектив, должна публично поцеловаться. Тысячи фанатов на стадионе начали аплодировать. Принц Гарри, казалось, наклонился для поцелуя, однако Меган остановила его, положив руку ему на плечо. Герцог повернулся на камеру и сделал шутливую гримасу после игривого пренебрежения супруги.